Нет, друзей много, я считаю, не бывает. Ну, я имею в виду, если это действительно друг, настоящее понятие друг, то один, два, три – это лаки-лаки, счастливые и фортуна на стороне. У меня два, два друга. Чтобы отдыхать, наслаждаться жизнью, развиваться. Быть счастливой, то есть чтобы люди, которые рядом со мной, близкие, мне тоже были счастливы. Счастье – это для всех разное понятие, то есть даже каждый день определенное состояние счастья приносит разные мелочи, разные вещи, разные моменты. Поэтому важно быть действительно счастливым, вот, просыпаться с улыбкой и с ней же засыпать. Меня радует, каждое утро просыпаюсь, меня радует все, что жизнь – это для меня такое… Свежий воздух, вдохновение. Я утром просыпаюсь, смотрю на своего ребенка, она меня радует. Мне звонит клиент, я счастлива. Я иду на работу, я бегу, я вообще кайфую. Поэтому в жизни радует сама жизнь. Одесса. Это full start. Ответ до. Ух, но идеального отпуска, наверное, это 3 месяца работать, отдыхая. За границей, что идеального отпуска как такого, наверное, у меня не существует, это и работать, и отдыхать, или работать, отдыхать, отдыхать, работать, вот что-то совместить бы. Самое приятное в путешествии – это эмоции. Говорят, что эмоции – это лучшие сувениры. Вот особенно я, когда путешествую, есть определенные такие моменты, я как слайды, бывает, сохраняю внутри себя. Допустим, прогуливаясь по Праге в солнечный день, я закрыла глаза и по мосту провела рукой и шаркнула ногой. Вот этот момент у меня сейчас до сих пор в голове. Как будто бы вот только что машина времени, вот я там только что побывала. То есть это воспоминания, это моменты, это то, что заставляет улыбнуться в любую секундочку, где бы ты ни находился. Ну, я могу быть простой, открытой, общительной. Я знаю, что это у нас редкость, поэтому, наверное, это я делаю лучше других. Я просто общаюсь на равных с любым человеком, неважно кто, что, и могу доверяться. Я могу довериться любому человеку. Я знаю, это и минус, и плюс, но это я делаю. Когда научишься, то легко. Пауков. Больше всего в жизни боюсь пауков. И еще так, чтобы они не были такими огромными и меня не съели. Хобби. Жизнь. Это все. Это кайф. Да.